На конкурс дети читают и пишут стихи. Сидорова Татьяна, 15 лет. Автор Эдуард Тацадов. Могила неизвестного солдата. Могила неизвестного солдата. О, скольких их от Волги до Карпат, дыму сражений, вырытых когда-то, саперными лопатами солдат. Зеленый, лыкий холмик дороги, в котором навсегда погребены мечты, надежды, думы и тревоги безызвестного защитника страны. Кто был в боях, тот знает край передний, кто на войне товарища терял, тут боль и ярость навсегда познал, когда копал окоп ему последний. За маршем, марш, за боем новый бой. Когда же было строить обелиски, доска, да карандашные обгрызки, ведь вот и все, что было под рукой. Последний послужной листок солдата, Иван Фомин, и больше ничего. А чуть пониже две коротких даты рождения и гибели его. На две недели ливней на дождей, и остается только темно-серый кусок промокшей душистой фанеры и никакой фамилии на ней. За сотни верст сражаются ребята, а здесь от речки в 20 шагах зеленый холмик в полевых цветах могилы неизвестного солдата. Но Родина не забывает павшего, как мать не забывает никогда ни павшего, ни без вести пропавшего, того, кто жив для матери всегда. Да, мужицы забвений не бывает. Вот почему погибшего в бою старшины на поверке выкликают, как воина стоящего в строю. И потому знак памяти сердечной по всей стране от Волги до Карпат в живых цветах и день и ночь горят лучи родной звезды пятиконечной. Лучи лезят торжественные свято, что встретится пожатие немо над прах неизвестного солдата, что спит в земле перед седым Кремлем. И от лучей багровое, как знамя, весенним днем фарфарами звеня, как символ славы, возгорелось пламя, святое пламя вечное.